третьем микрорайоне перекрыт тротуар между строительными площадками. Жители оказались отрезаны от части микрорайона. Чтобы подойти к своим домам, жильцы вынуждены обходить кварталы со стороны улиц Владимирской и Ленина. Другого прохода нет. После выезда специалиста муниципального контроля выяснилось, что собственник произвел ограждение своей строительной площадки в пределах границ, выделенных для строительства. В ходе беседы с жителями и с собственником земельного участка было принято решение сделать проход для людей в стороне от этой площадки, провести благоустройство этого прохода. На встречу с жильцами муниципальным контролем приехали представители застройщика, которые вошли в положение граждан. Ведь жителям, особенно пожилого возраста, очень проблематично обходить несколько кварталов, чтобы пройти к остановкам, магазинам, школам и детским садам. В ближайшее время в нескольких метрах от привычного для жителей прохода будет сделан новый. А пока новый тротуар не будет благоустроен, обращение граждан на контроле специалистов.